Это пример предложения зрителям нашего канала подписаться на него и включить оповещение о новых видео на нашем канале. Хочу показать, как просто и быстро можно сделать такую вставку в любое наше видео на примере видеоредактора Camtasia. Заходим в YouTube и в строке поиска набираем «Футаж YouTube». Я выбрал первый предложенный футаж. Вы можете выбрать другие. Футаж обязательно должен быть на вот таком зеленом фоне. Скачиваем это видео, добавив две буквы перед YouTube в адресной строке браузера и переходим в окно скачивания. Скачиваем видео на рабочий стол. Открываем новый проект в видеоредакторе и вставляем в него скачанное видео. Посмотрим, если нужно, обрежем видео. Мне оно показалось слишком длинным. Из меню «Визуальные эффекты» выбираем «Удалить цвет» и накладываем этот эффект на видеодорожку. Убираем лишний контур инструментом «Удалить канву». Переходим в меню «Данные» на вкладку «Библиотеки». Щелкаем правой кнопкой мыши по дорожке. И в контекстном меню выбираем пункт «Добавить библиотеку». Это нужно для того, чтобы потом легко добавлять нашу вставку в любые новые проекты. Проверим прямо в этом проекте, как это работает. Перетягиваем видео из библиотеки на новую дорожку. Удаляем предыдущую такую же дорожку и теперь вставляем в редактор любое наше видео. Я выбрал то видео, которое вы видели в самом начале в примере. Немного сдвинем нашу вставку, чтобы посмотреть ее начало и конец. Проигрываем видео. Можно добавить к вставке эффект плавного появления и исчезновения. Перетаскиваем в центр дорожки переход исчезновения. И сразу получаем оба перехода в начале и конце вставки. Сохраняем готовое видео уже с вставкой в нужном нам формате. Я обычно сохраняю в формате HD 1080. Перед закачкой на YouTube проверяем, как у нас все получилось.